существовать или жить. Самое дорогое у человека – это жизнь. Как прожить ее ярко? Как не расстаться с мечтой? Где найти источник сил и вдохновения? Приспосабливаться или бороться? Как увидеть в борьбе красоту? Как не сломаться от трагедий? Как воспитать характер? Дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошлое. Чтобы, умирая, смог сказать, вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире. И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность может прервать её.